осталось врачка. Я нашел голову человека. Да ладно тебе. Я не могу ее вытащить. Ты что, правда, что ли? Да, да, вот, смотри. Может, полицию лучше? Что, всем привет, ребят. Мы снова в аэропорту. Не успели мы приехать. И опять летим отдыхать. Мы приехали, тут такие холода в Москве. Решили утратить отсюда. Теплые края снова. Вот, сейчас папа наш стоит в очереди, там очередь на регистрацию просто огроменная. Сейчас 5 часов утра, у нас опять ранний вылет. Я решила себе приехать, прийти в шоколадницу и покормить их завтраком. Всем привет! Здорово, Лиза. Короче, ребята, сегодня влог буду вести я. Да. Как вам? Такая идея, ребят. Вы же любите меня? Все, мама надоела уже, я буду вести влог. Я круче ее. Ничего подобного, сейчас заберу тебя камеру. Короче, ребят, мы в самолете, а ты уже сказал, что мы? Да, мы летим. Куда мы летим? В аэропорту были только что недавно. Сейчас сели в самолет, ребят. Ты сказал, куда летим? Нет, пока не сказала. Эй! Эй! Привет! 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 Че, как дела? Хорошо. Че делаете? В Лизарку играем. В Лизарию играете? Да. Аминка, а ты че? Тоже слезаю. Короче, ребята, с тех пор, как мы купили вот эти подушки, они стали для нас, да, неразлучными, незаменимыми. Они очень удобные. Реально, раньше мы когда спали, несколько часов спишь в самолете, просыпаешься, у тебя шея такая, весь такой отекший. А с этой штукой очень удобно, прикольно. А у Камильчика сегодня все утро фонтаном кровь из носа текла. Покажи следы свои крови. На руба... Вся футболка, все лицо, все в крови было. Два раза у тебя было, да? Да. Кровотечение. Вот такие вот пирожки. Мы взлетаем! Ура! Сейчас взлетает. О, взлетел у нас. Все. Все, ребят, мы взлетели. Отбой. Что, ребята, мы поспали, поели. Мы долетаем, мы приземляемся. Ну что, ребята, я вам так и не сказала, куда мы прилетели. Мы прилетели в Израиль. Аминка у нас. Где стала, покажем. Ой, Аминка. Я тут. Не, малышка, тебе тут жарко будет, так что давай садись в салон. Но мы недавно были в Турции, в Турции было жарче, ребята. Да, здесь такая, такой климат градусов. Более такой пока что хороший. Пока что. Пока что. Не буду загадывать. Короче, ребята. Хотите узнать, как в лифт попадают люди из квартиры? Сейчас увидим. Ты покажи сначала дверь, что мы открыли. Смотрите, ребят. Это наша дверь. Это входная дверь. Это входная дверь с кодом. Да. Открываешь дверь. Вуаля! А у тебя тут дверь от лифта. Вызываешь лифт. Вот, нажимаешь. Вот он приехал. Приехал лифт. Прям в квартиру. Прям из квартиры попадаешь в лифт. Эй, подожди, не нажимай все. Пойдем. Давайте, пошли. Да. Тут есть пароль. Все. Вот здесь вот пароль вводишь и попадаешь, попадаешь в квартиру. Вроде. Все, дверь закрыли? Закрыли вроде. Поехали. Ну, нажимай первый этаж. Первый или нулевой? Давай нулевой. Давайте проверим. Да. Потом, если что-то разберемся. Давайте. Ну что, мы вышли из дома. На самом деле, хотим пойти покушать что-нибудь, но не знаем, куда сходить. Сейчас будем искать, смотреть город и заодно искать место, где можно поесть. Какая у Аминки кукла, смотрите. Клевая. Все, идем. У Аминки поводок, за который ее несет. Это лакшери район? Это лакшери район. Лакшери. Да. На самом деле это центр города, ребят. Да, здесь рядом море, вон там, вот за этим зданием. За этим зданием море. Сколько здесь? Попугай. Наш доллар сюда сбежал, как он полетел. Это он, точно. Я его видел. У них хвостов нет. Нет, ребят, мы попали на рынок, шли и каким-то образом оказались на рынке, где продают фрукты. Гранат. Да, надо будет купить. Давайте покушаем, а потом на обратном пути. Не-не, на обратном, чтобы не перебивать аппетит, на обратке купим фрукты домой. И на завтрак что-нибудь возьмем. Разные вкусняшки есть. Крепкие сладости. Ребята решили поиграть в шахматы. Аминка за белых. Давай.
Я решила нарушить все правила игры в шахмат. В общем, ребят, пришли в кафешку. Ничего не нашли, как кафешку с бургерами. Смотрите, какие прикольные бургеры нам принесли. С ножом. Блин, нож показывать нельзя. Короче, вот здесь нож. Я его вытаскивать не буду. Вот, и вот смотрите, многослойный такой вот он. Тут лук, помидорка, мясо и булочка. И картошка фри. Всем взяли такую штуку. А Аминке сейчас принесут маленький джуниор. Посмотрим, какой он получится, и мы вам покажем. Ну вот, Аминке принесли джуниор. А что без джуниор картошки? Отличается тем, что он просто без ножа. Ну и отдельно у него помидорка и салатик. Да, Аминка? Ну-ка, давай, это, пробуй. Это если я... Давай, пробуй, я скажи нам, вкусно или нет. Так. Развалила весь бургер. Нам принесли его разваленный. Это конструктор. Ага. Уже крепко. Поехали. Бомба. А тебе вкусно? В общем, все поели, а Аминка тут акробатику свою показывает, и она ничего не съела. Вот этот бургер. Еще папа ей помог, половину бургера съел. В общем, мы пришли на пляж, на море. Песок здесь, конечно, обалденный, да? Смотрите, прям как мука, белый-белый. Надо снять тапочки, наверное. Сейчас, подождите, я сниму тапочки. Он такой мягкий! Камиль нашел медузу. Да! Смотрите, какая медуза. Мы сегодня пришли без купальников, поэтому, к сожалению, не получится. Я делала стаску медить. Да, но завтрашнего дня, я думаю, назад сюда не вытащишь. Я показала. Ой, Аминка, ты чего? Как всегда, Аминка. Вечно трогает все, что попало. О, кажется, здесь очень много. Да. А потому что сильные волны, смотрите, какие волны сегодня. И все медузы выбило из воды. О, какая громадина. Папа, потрогай. Не надо, она может... Папка. И до! Молодец! На, получай мечом по ноге! Ребят, лайк Камильчику за надпись Никидо. Что вы делаете? Аминка превратилась в врачка. Нет! А я врачок, я обезьянка! А, ты обезьянка? А теперь кто ты? Паучок! Ребята забрались на камни. Ну чего там? Опа! Я лезу с бабами. Вау. Я крабиков здесь не вижу. Да вряд ли здесь краби не будут. О, что там? Что там? Я нашел голову человека. Да ладно тебе. Да. Я не могу ее вытащить. Что, правда, что ли? Да, да, вот, смотри. Может, полицию лучше? Голова человека. Кошмар, ребят. Это Джонни Джонни ест папа. Все, пускай живет дальше. Все, пойдемте. Камиль, пошли. Ребят, это тот рынок, по которому мы шли в начале. Во что он превратился? Да, во что превратился под конец дня? Это просто ужас. Город, кстати, очень грязный. Ребят, здесь, по-моему, везде сорят. Все, что в руки попадает, кидается на пол. Что-то как-то они особо не следят за чистотой в городе. Вот как происходит уборка мусора.